История с продолжением. Поселок Кинельский снова принимает ревизоров из Москвы. В этот раз из фонда содействия реформированию ЖКХ. Причина все та же. Новые дома, куда переселились семьи из ветхого жилья, стали для них настоящими ледяными дворцами. Дует из окон, дверей и даже из стен. С какой погодой в доме встретят жильцы Новый год, узнавала наша съемочная группа. В этом доме Ольга Тараканова живет меньше года, но уже второй раз ее гости – проверяющие комиссии из Москвы. Первый визит был неделю назад, и только вчера лед тронулся, в прямом смысле слова. Наконец, обработали грибок в ванной комнате, но главное – залатали щели. Результат налицо. Термометр с 15 градусов поднялся к 20. Когда мы первый раз подносили руку, до того, как сделали, тут вот щель была, и оттуда прям сквозило, то есть сквозняк ощущался. Вот. Сейчас вот здесь этого нет. Ну, может быть, то, что чердак еще заделали, и вот здесь вот есть. Но работы еще много. Официальные итоги фонд содействия реформированию ЖКХ подведет уже в Москве. Но главный вывод – основные конструкции сделаны неплохо, недоработаны детали. Это нужно утеплить потолок, потому что оттуда может холодный воздух идти и уходить тепло. Дальше отмостки. Вот мы сейчас посмотрели, видели ситуацию с отмостками, которые тоже требуют приведения в порядок. Те же окна, двери, то, откуда уходит тепло. А вот в остальных семи домах по-прежнему шутят жители, как на морском побережье. Ветер тут гуляет. Это вот я не знаю, откуда вот он чего, но гуляет он здорово. И только специальный прибор выявляет от чего. Пустота прямо в стене над телевизором. 14 градусов потери тепла вот в этой точке. Доделывать работы приходится администрации поселка Кинельский. Подрядной организации, которая стройку бросила, может грозить уголовное дело. В этот раз жильцы наконец-то услышали конкретные сроки завершения работ. Новый год они уже встретят в нормальной обстановке, с теплом, со светом. Поэтому здесь в этих вопросах проблем не будет. А вот благоустройство территории и дороги закончат уже весной и летом следующего года. Правда, и до конца этого жители примут еще минимум одну проверку. Предполагается, что уже в теплых домах. Ася Гандаурова, Виктор Соколов. Новости губернии, Кинельский район.